Олимпиада для меня это как новое развитие какой-то математики, новые какие-либо задачи. Я занял первое место в своем районе, и меня пригласили на следующий этап. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации сегодня, да, определяет точные науки как один из приоритетов для развития наших одаренных школьников. Те, кто любит математику, информатику, это будущие инженеры, которые нужны сегодня стране и востребованы действительно государством и экономикой.